Всем привет! Записываю видеоотзыв о работе, которую проделала Юлия. У меня был страх общения с людьми, который шел от заикания. Заикание я получил где-то в 2,5 года. Сначала мы проработали последнюю стрессовую ситуацию в магазине, в котором я работаю, с клиентом, где меня обхватили все возможные страхи, волнение, и я не смог ему сказать ни слова. Эту ситуацию я хорошо увидел, проработал. Потом мы начали прорабатывать ситуацию, где мне 2,5 года, то есть сам испуг. Там я ситуацию тоже хорошо увидел. Мы ее так хорошенечко проработали. Потом на следующий день я пошел гулять со своими друзьями. Я заметил, что мне процентов где-то на 60-70 общаться стало легче. Я не мог поверить, это я говорю или кто-то другой. Уже сегодня мы ситуацию с детства с испугом полностью доработали. И еще проработали ситуацию, где мне лет 5-6. В конце занятий Юлия дала мне задание, где я должен на протяжении месяца, то есть с завтрашнего дня, 22 апреля по 22 мая, в Инстаграме, в прямом эфире читать стихи. Задание очень крутое, оно мне поможет так суперски выйти за свою зону комфорта. Спасибо большое Юле за ту помощь, которую она сделала для меня. Юля очень хороший психолог и регрессолог. Большое ей спасибо.